Итак, участники приза МКСК «Казань» на старте 1400 метров. Приготовились и поехали. Резко закидывается в бровку под седлом Мерзабека «Good Humor Man». Ну и лошади сейчас выходят на противоположную прямую из аппендикса. Магомед Капушев и Голден Гросс вырываются вперед и лидируют. Голден Гросс впереди. На втором месте тут же полевой стороной идет номер 6 Куин Басса. Тут же по бровке Мирзабек и второй американец Good Humor Man. Далее Хамзат Улубаев и World Mistral, там же Open Life. Лошади преодолевают противоположную прямую. И скачку продолжает вести Голден Гросс. Голден Гросс под седлом Магомеда Капушева. Впереди на втором месте Тамила Мэри. Вот как раз вторая призерша большого двухлетнего приза здесь в Казани. На третьем месте Мирзабек и Good Humor Man. Втроем они оторвались от остальных. Лошади преодолевают последний поворот. И скачку продолжает вести Голден Гросс. Голден Гросс впереди. Тамила Мэри второй и на третьем месте по бровке Good Humor Man. Финишная прямая. Голден Гросс впереди с преимуществом где-то 3 корпуса. И преимущество его увеличивается. Good Humor Man. Good Humor Man выходит на второе место. Случится ли здесь братская дуэль на последних метрах дистанции? Голден Гросс лидирует. Good Humor Man потихоньку сокращает интервал, но не похоже, что подъедет к нему. Голден Гросс продолжает лидировать на последних метрах дистанции. И Голден Гросс выигрывает скачку. На втором месте Good Humor Man. И на третье место, похоже, вышел World Mistral.